Торговая партия гигиенічных наборов, вопратки и продуктов харчевания собрана волонтерами Белорусского республиканского союза молоді для беженцев из Украины, которые прибывают на территорию нашей страны. Гуманитарный груз из так званых пунктов добра передаден Белорусскому товариству Червоного Крыжа для дальнейшего размеркования. Наиболее востребованными являются гигиенические наборы, это шампуни, жидкое мыло, зубные пасты, щетки, также стиральные порошки. И, конечно же, в настоящее время очень востребованным является эта одежда. Действуют также благотворительные счета, которые актуализировал именно Союз молодежи с той целью, чтобы поступали и денежные средства на помощь вот этим людям, которые прибыли. Нагадаем, Белорусский республиканский союз молоді 24 сакавіка открыл пункты добра во всех районах страны. У приема не таких каля 20, непосредственно у областном центре 4. Яны размещены на базе городского комитета БРСМ и у аграрно медицинским и купаловским университетах. Праз их передать предметы гигиены, вопратку, продукты можа кожной неабыякавы да чужой беды гродзенец. Параллельно продолжая працу доброчынный рахунок по сбору сродков, як еще одна магчымасць оказать допомогу вымушенным беженцам из Украины.